надо людям объяснять, первое, да, что это не общественное слушание, как официальное. Да? Это просто вы сегодня общаетесь с населением, чтобы разъяснить свой бизнес-проект. Да? И я вам свое мнение высказываю, да, Минат Мухтар Убетов, Ахтон Троном. Я. Получается такой, по вашим разговорам, да, объяснениям, вы строите виллы, бассейны, витражные площадки для богатых людей. Бабки, байбендарга. Да. И получается так, вы ограничиваете доступ рядовым гражданам, перекрывая все дороги, оставляя одну локацию на этот путь. Получается, простым гражданам, да, доступа к этим достопримечательным локациям природным не будет. Сауров, Голубая бухта, они проданы. Вот Аким даст соврать, вы знаете, вот Каракиасский Алдабарвой, ну, это открытая информация, продано земельных участков равной территории государства Бельгии в частные руки. Понимаете, о чем сегодня мы говорим? Да? А что делать бедным рядовым гражданам? Будет у них доступ к этим локациям или не будет? Да? Проблема Божары вызвала огромный общественный резонанс не только внутри страны или Мангустау, но и во всем мире. Да? И только поэтому застройщики сегодня проводят такое мероприятие. И, к сожалению, я боюсь тому, что сегодня это мероприятие пройдет, да? Но технику строительную уже там. И завтра-позавтра это все, вся история начнется. Пусть богатые господа отдыхают в Риксисе. Пусть там купается. Что им там делать в степи ночью? Извините, когда мы там приезжаем, мы приезжаем туда, побыли днем, посмотрели и уехали домой. Вот это чисто моя позиция. Рахмет. Исторические кадры, как уничтожает у нас бизнес. Сейчас дорогу вот эту перекрыли, не подъехать ни к гостиницам, гостиница Рахат, там мастерские все, мойки, гостиница Салем и дальше. Вообще не представляем, как все это будет, дорога перекрыта полностью. Альтернативу, которую дали, хотя что нужно ехать через БП-Кафта, она нереальная, потому что там дорога плохая, в кочках, грязная и пыльная, и узкая во многих местах. И многие дорогу эту просто не знают. Как это все будет дело, чем это кончится для нашего бизнеса, я думаю, печально. Дорога перекрыта с двух сторон.
февраля 2021 года в 20:15 часов на пульт дежурного 102 Центра оперативного управления полиции города Актау обратилась 63-летняя гражданка о том, что в 20:00 часов, находясь в магазине отделения, неизвестный мужчина неизвестной национальности, угрожая ножом, открыто похитил сигареты марки «Ричмонд» и денежные средства в сумме 80 тысяч тенге. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативно-расследовательных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Мангистауской области установлены и задержаны двое подозреваемых 36 лет и 40 лет. По местам проживания задержанных изъяты вещественные доказательства, денежные средства и сигареты марки «Ричмонд». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой Уголовного кодекса Республики Казахстан». Подозреваемым отдалены в изолятор временного содержания Управления полиции города Актау. Расследование продолжается. Ограбили, избили и попытались изнасиловать, но остались на свободе. Шокирующую историю рассказала жительница Актау. Девушка вызвала такси через популярный сервис, однако водитель с напарником увезли ее на пустырь. Нападавших быстро нашли, но уже почти 2 года потерпевшая не может наказать обидчиков. Все это время дело пасовали от следователя к следователю и в итоге просто закрыли. Подробности у Светланы Султангиреевой. В июле 2019-го Анастасия, погостив у подруги, вызвала такси через приложение InDriver. Рядом с водителем был пассажир, но значения этому Анастасия не придала. Сервис вроде как официальный. Забеспокоилась, когда авто проехало нужный поворот, затем другой. И в итоге оказалась далеко от нужного адреса. В машине началась настоящая борьба. Меня снимают шорты, пытаются снять нижнее белье. Я, естественно, отталкиваюсь, начинаю кричать. Он меня зажимает рукой и придавливает просто к сиденью. Я начинаю с ним драться. Он меня берет вот так вот, так, в сиденье просто. Главным обидчиком оказался тот самый пассажир. И, как позже выяснится, друг водителя, рассказывает девушка. Ей удалось вырваться, но мобильный телефон и наличные деньги Анастасии остались у нападавших. Девушка сразу написала заявление в полицию. На мужчин завели уголовное дело по статье «Попытка изнасилования». Важным вещдоком называли оброненную сережку. Но потом дело забуксовало. Очные ставки, опознания, четкие показания Насти за 2 года выслушали аж 5 следователей. Я смотрю на этих людей, а они ухмыляются. Они просто ухмыляются и пересматривают друг на друга, потому что мне уже сказали, что они друзья, и они придумают что-нибудь, чтобы не сесть. 8 раз он менял свои показания. 8 раз. Правозащитники требовали, чтобы полицейские изъяли и внесли в материалы уголовного дела видео с уличных камер наблюдения. Но этого по непонятным причинам не сделали, жалуется девушка. А буквально на днях она почти случайно узнала, что уголовное дело вообще закрыли. В полиции долго уходили от комментариев, ссылаясь на тайну следствия. Хотя и следствия никакого уже нет. Установлены 2 подозреваемых, однако в связи с недоказанностью их причастности к данному преступлению уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Остальное в интересах следствия мы не имеем права разоблачать. Следствие не отдела закрыли. Юристы же советуют не опускать руки в таких случаях. По закону даже закрытое дело можно снова возобновить. В соответствии со статьей 106 Уголовно-процессуального кодекса лицо может обжаловать в том числе и в судебном порядке. Следственный судья в этом случае должен оценить законность принятого решения. Там ограничены сроки обжалования. Значит, если в прокуратуру можно обратиться
спустя там, ну, 20 дней. Анастасия возмущена и действиями прокуратуры. Именно надзорный орган не отправил материалы в суд и не известил о прекращении дела потерпевшей. Однако девушка не намерена сдаваться. Светлана Тагирева, Рашид Смагилов, Астана Таймс, Актау. Я капитан теплохода «Туркестан» Агамов Шамсудин Мирзаханович. 08.02.2021 года при переходе судна с порта Гаусан в порт Актау в машинном отделении произошло возгорание. Очаг возгорания потушен силами экипажа с применением системы углекислотного тушения СО2. Среди экипажа пострадавших жертв нет. Судно отбуксировано буксиром Яренго в ближайший порт Зира. Судно швартовано в порту Зира. Проводится инспекция. Готовимся к ремонту.